Приветствую вас, друзья! Сегодня продолжение моей поэмы «В память об Аркадии Кобякове. Он пел, как ангел». Глава 9. Вот и снова во мрак. Песня. Вот и снова во мрак судьба в лагерь толкает. Подвели друзья и кабак, и кто-то вновь рыдает. За друзей хоть фонтанк. Я никогда не боялся, но зачем я дурак, всем от души доверялся. Друзья не те, что за столом гуляют, когда при бабках ты и все окей, а те, что в драке тебе спину прикрывают, когда ты на мели накормят, скажут пей. Что же это судьба? И барака вновь холод, на душе мольба, и духовный вновь голод. Я по жизни языка, как здесь все остальные, но душа от них далека, хоть не все они злые. Друзья нигде, что твою байку делят, кусок потолще для себя родной, а те, что при жестоком переделе под финку станут заслонить собой. Лагерь южный, как врат, меня встретил прилично. Я ж бродяга-солдат, и на зону стану лично. Я друзей не сдавал, и не резал я сук, от души напевал, и замягчал всем недуг. Я друзей не сдавал, и не резал я сук, от души напевал, и замягчал всем недуг.